Здравствуйте, дорогие друзья. Одуванчики у нас зацветают. Так, извините. И вот уже одуванчики. Красавчики. Прохладненько. Где-то 12 градусов. Ванечки растут. Не знаю, такие вот еще цветочки. Симпатичные. 3 дня назад пчелки летали. Ну, правда, и было 18 градусов. Сейчас что-то они не очень. Крапива, красавица. О, какая густистая, жгучая. Малинка. Уже цветочки, листочки верну. Коротки мали зацветет, уже на подходе. Это окультуренная алыча грузинская. Сок из нее делает очень сладкий. О, подходит. Пастушья сумка тоже зацветает. Пока еще все робко зацветает. Фиалка дикая. 2 кустика. Откуда она взялась, ума не да. Но уже отцвела. На одном кустике был один цветочек и на другом. Погода была пасмурная весь день. Тучки, но дождик не пошел. Солнышко садится. Приближается светлое Христово воскресенье, Пасха. Скоро будем поздравлять друг друга, говорить: Христос воскресе. Ну, всего вам доброго, друзья мои. Всех, кто соблюдает традиции православные, поздравляю с этим светлым праздником. Время 18:40 у нас. Пока, друзья. Еще раз с праздником вас.